Кроме того, я не мог не спросить у опытнейшего турецкого дипломата о перспективе нормализации отношений между Турцией и Сирией. Türkiye'nin Suriye politikasında birçok yanlışlıklar yapıldı. В турецкой внешней политике относительно Сирии было сделано много ошибок. Что я имею в виду? Когда в 2011 году началась так называемая «арабская весна», Турция сделала ставку на братьев-мусульман в целом ряде стран. Напомню, все началось с Туниса, затем перешло на Египет, после на Ливию и в конце концов на Сирию. И некоторые турецкие политики в тот период полагали, что братья-мусульмане вот-вот придут к власти во всех этих странах. И в связи с идеологической близостью с братьями-мусульманами, правящая в Турции партия «Справедливости и развития» решила их поддержать в Тунисе, Египте, Ливии и Сирии. Поскольку у Турции был гораздо больше опыт в вопросе демократии, казалось, что она станет лидером и ориентиром для всех этих стран. После ошибочных решений в отношении Египта и Сирии сейчас предпринимаются попытки нормализовать контакты с этими странами. Я считаю, что все это развивается в правильном направлении. Я очень ценю, в частности, усилия министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Очень хорошо его знаю, он был моим заместителем, когда мы только создавали партию «Справедливости и развития». В конечном итоге, повторюсь, на мой взгляд, сейчас турецкая внешняя политика идет в правильном направлении, и думаю, что все имеющиеся проблемы будут разрешены.